Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я вам предлагаю поговорить о косметике бренда Alien. Alien — это российский бренд с русской душой. Я об этой косметике слышала в основном от блогеров и только от блогеров, а в больших крупных обзорах. И как у обычного пользователя YouTube, у меня, конечно же, закралось сомнение, а не являются ли эти обзоры проплаченными, и все это очень большой рекламой. Потому что бренд Alien появился очень резко, внезапно. О нем сразу же начали говорить все, делать обзоры. А как вы знаете, блогеры за бесплатно не будут брать новые бренды на обзоры. И, конечно же, у меня всегда оставалось большое сомнение в том, действительно ли эти средства хорошие и стоит ли вообще тратить на них свои деньги. Потому что позиционируется данная косметика как бюджетная, но когда мы приобретаем данный товар, оказывается то, что помада стоит 600 рублей, тональный крем 1000, и оказывается не совсем бюджетно. Так что в этом видео я решила на своем опыте узнать, действительно ли данная косметика является такой классной и хорошей, как заявлено, или все это просто галимая реклама. Если вам это видео интересно, то продолжайте смотреть, а мы поехали! Давайте, пожалуй, начнем с чего-нибудь яркого и сочного, чтобы сразу задать настроение этому видео, а именно с палетки Russian Doll, то есть матрешка. Очень красивое черно-красное оформление. Сразу же скажу то, что выполнена коробка данная из картонки, и поэтому упаковка с одной стороны красивая, но с другой стороны откровенно дешевато выглядит. Внутри нас ждет прекрасное зеркало, в которое действительно удобно смотреться и краситься, оно ничего не искажает. Но самая главная заслуга данной палетки — это, конечно же, оттенки. Внутри нас ждут 9 сочных, красивых, ярких оттенков. Да, гамма устарела, гамма красно-розовая уже не очень модная, но она объясняется все-таки тематикой данной палетки, то есть матрешкой. От данных теней я ничего не ожидала, честно, но данная палетка меня все-таки удивила в приятном смысле. Больше того скажу, это крайне редкий случай того, когда мне матовые нравятся гораздо больше, чем шиммеры. Вот этот темный оттенок очень хорошо наслаивается. Все эти матовые можно нанести как легкой дымкой, так и невероятно плотно наслоить для яркого, сочного цвета. Данный темный оттенок не пятнит, он не осыпается, он великолепно наслаивается и можно сделать классное затемнение. Его можно великолепно тонко растушевать в дымку. Прекрасный оттенок. Вот этот сливово темно-коричневый такой красный оттенок тоже просто прекрасен. Я такие оттенки не люблю, потому что они могут сделать глаза заплаканными, но насколько хорошо смотрится этот оттенок в тушевке. Даже если вы его добавите просто в обычный повседневный макияж, у вас макияж станет с изюминкой, с такой яркой, немного красочной ноткой, смотрится просто божественно. Меньше всего я ожидала от вот этого красного оттенка. Я такими не пользуюсь, я их не люблю, но когда я его попробовала, я влюбилась. Он наносится безумно ярко, красиво, пигментированно. Посмотрите только вот сейчас на центр моих глаз. Это именно он тут нанесен, и он просто божественен. Это яркий, ягодный, сочный оттенок. Он не пятнит, он не плешивит, он не меркнет. Просто потрясающий оттенок, который выводит макияж просто на новый уровень. Очень-очень он красиво смотрится, но есть отзывы, в которых говорится то, что у некоторых девушек от этого красного оттенка глаза чешутся. Вот этот вот коричневый оттенок для тушевки тоже просто божественен, он бесподобный, он настолько
тонко, мягко тушуется, он настолько красиво выглядит в тушевке, мягчайший, нежнейший оттенок, но он холодненький. Если вы любите теплое, то это не про него. Шиммеры. Шиммеры здесь как раз-таки сомнительные, честно говоря, мне есть к чему здесь придраться. Давайте начнем все-таки с более-менее хорошего. Вот этот вот светлый шиммер, безумно красивый, он ярко, хорошо наносится, что пальчиком, что кисточкой. Но, к сожалению, если наносить данный оттенок без базы, вообще, если использовать данные тени без базы, то они могут скататься. Я сейчас вам ставлю здесь свой макияж до и после. Один из макияжей, точнее, который я делала в рабочие дни. И, как вы видите, до все было нормально, а вечером что-то пошло не так. Красивый оранжевый оттенок, от которого тоже я ничего не ожидала, потому что я не очень люблю такие оттенки, но в сочетании с вот этим красным получается просто бомба. Опять-таки, вы можете наблюдать сейчас это сочетание у меня на глазах. Просто посмотрите на этот красивейший переход из оранжевого в красный. Я влюблена. Это что-то с чем-то. И последние два шиммера, это два розовых. Вот этот розовый, симпатичный, сиреневый. Ничего из себя особенного не представляет. Любви он не вызвал, потому что он быстро меркнет. И он тоже любит скатываться, если наносить без базы. А вот этот вот темно-сливовый шиммер, он с одной стороны очень интересен, потому что он невероятно яркий, манящий и привлекательный, но как же он осыпается, просто невероятно. Неважно, чем вы его наносите, кистью или пальцем, он все равно будет осыпаться вам под глаза, у вас будет кладбище мертвых блесток, которые еще не хотят смахиваться, ну никаким образом, поэтому это большая проблема. И больше того, также этот оттенок осыпается в течение дня вам в глаза. В целом, очень удачная палетка, как я уже сказала, возможно, повседневные макияжи, возможно, яркие. Очень большие рефилы, невероятно интересное качество у матовых оттенков, красивое сочетание можно придумать с данной палеткой. В целом я могу ее вам рекомендовать, но обязательно учитывайте то, что красный может дать вам аллергическую реакцию на глаза, но также хочу вас предупредить, что в данной палетке есть проблема с приклеиванием рефилов. У меня, как видите, все хорошо, ничего не вываливается, но в отзывах я прочитала просто массу негатива на тему того, что рефилы вываливаются, потом они разбиваются и, в общем, происходит что-то не очень хорошее. Также, продолжая тему глаз, хочу безумно похвалить карандаши. У меня здесь три штуки, черный, зеленый и фиолетовый. С одной стороны у данного карандаша находится грифель, то есть сам карандаш. С другой стороны находится жопка, которой данный карандаш можно подтушевать. А если вынуть эту жопку, этот колпачок, то здесь еще есть и точилка. Просто прекрасная комбо. Великолепные карандаши, вот серьезно. Они стоят чуть дороже, чем мне хотелось бы, но они действительно стоят каждой дурацкой копейки, потраченной на них. Это великолепные карандаши, мягчайшая, нежнейшая формула. Они наносятся кремово, мягко, нежно. Они дают достаточно времени, чтобы взять эту жопку и растушевать карандаш. Они дают достаточно времени, чтобы взять и вывести тонкий кончик у стрелочки. Безумно красивые карандаши, ими можно прорисовывать слизистую, можно прорисовывать стрелку, можно что угодно делать, они просто великолепны. Но здесь есть одно большое но. У черного оттенка все прекрасно, а вот у фиолетового и зеленого в составе есть блесточки. Вы можете их наблюдать сейчас на экране, я постараюсь передать так, чтобы вы все видели. И как раз таки из-за наличия этих блесточек лично мне не очень комфортно наносить данные карандаши на слизистую. С одной стороны, ничего страшного не происходит, обычно я не ощущаю никакого дискомфорта, это скорее просто какие-то мои тараканы относительно блесток и слизистой. И чтобы закончить тему с глазами, поговорим о подводке и туши. Подводка у меня называется Fine Line Waterproof Eyeliner, и это нелюбимый мой продукт у Эллен. Почему нелюбимый? Из хорошего. Здесь действительно водостойкая формула, здесь действительно очень тоненький кончик, которым можно рисовать невероятно тонкую линию,
Но на этом плюсы заканчиваются. К сожалению, данная подводка очень плохо работает, она частенько пересыхает, и когда я веду линию, хопа-хопа, и почему-то она перестает рисовать, почему-то неожиданно черного цвета больше нет, и ты пытаешься что-то из нее выдавить, пытаешься ее потрясти, пытаешься провести какие-то манипуляции, начинаются танцы с бубнами, упрашивание данную подводку наконец-то заработать, и больше того, один раз я просто плюнула на все, взяла другую подводку и доделала стрелки другой подводкой. На мой взгляд, это просто непростительная ситуация. И тушь у меня называется Black Storm Mascara. Это подкручивающая, удлиняющая тушь. Она действительно неплохая тушь, должна вам сказать. Вот такая здесь большая щеточка. Щеточка силиконовая. А щеточка — это скорее минус, чем плюс, потому что силиконовые щетки, особенно с вот такими большими острыми щетинками, могут немного травмировать глаз. У меня было дело, я по неосторожности попала себе в глаз, и было безумно больно, но это опять-таки вина моих ручек, криворучек, а не туши. В целом формула здесь прекрасная, ресницы удлиняются, ресницы утолщаются, ресницы разделяются, очень-очень красивый эффект. Это не драматичный эффект, не повседневный, данная тушь может склеивать ресницы, обращаю на это ваше внимание, но в целом, как повседневный вариант, очень даже неплохая тушь, могу ее советовать. Давайте теперь поговорим о средствах для лица и начнем с тонального средства. Здесь у меня тон, который называется Silk Obsession Mattifying Foundation с SPF 10. Вы только посмотрите на эту упаковку. Это действительно стекло, выглядит очень хорошо, очень добротно. Больше того, когда тональное средство находится в стекле, оно лучше хранится, точнее, дольше хранится. И вообще у Alien действительно хорошие упаковки, достойные люкса, кроме палетки теней, как я уже сказала, и также кроме пудры. Финиш у данного тонального крема скорее матовый, чем сатиновый, он немного бархатистый. Говорят, что он не подчеркивает шелушение, я это доказатель опровергнуть не могу, потому что у меня нету шелушений. И также данный тональный крем очень хорошо подстраивается под ваш цвет кожи, но есть в некоторых отзывах информация, что он окисляется. На себе я подобного, к сожалению или к счастью, не заметила. Вот что меня немного смущает, это его покрытие. Покрытие здесь среднее, но на самом деле оно скорее легкое. Очень-очень легко с ним работать, действительно просто прекрасная тональная основа, но так как у меня сейчас период воспалений, то, к сожалению, мои воспаления полностью не перекрываются, и мне приходится наносить дополнительно плотный консилер, чтобы скрыть недостатки своей кожи. В целом, если у вас нет воспалений, то это прекрасная основа, она очень хорошо ляжет, ложится как вторая кожа, она безумно красиво смотрится. У вас лицо не выглядит как пирожочек, но при этом оно не выглядит наглухо матовым, красивая тональная основа. Можно нанести очень легким способом для тех, кто не любит макияж. Можно также при помощи кисти кабуки чуть больше ее наслоить и прямо-таки втоптать в кожу там, где воспаление, и все-таки перекрыть не нужно. Нужные, но не в таком объеме, как оно у меня, к сожалению. Поэтому мне приходится использовать более плотный консилер, но в целом к этой тональной основе я не имею никаких претензий. Она очень и очень хорошая, добротная, и я действительно буду ей пользоваться дальше. Консилер. Консилер называется Vibrant Skin Concealer. У меня это оттенок 02. Тональное средство у меня, кстати, было в оттенке 15 ванила. Данный консилер все очень хвалят, потому что у него увлажняющая нежная формула, потому что он с эффектом софт-фокуса. В целом могу сказать то, что действительно есть эффект софт-фокуса, но я не могу похвалить данный консилер как консилер, к сожалению. Он легко наносится, он легко тушуется, действительно есть софт-фокус и подстраивание под ваш цвет кожи. Действительно, данный консилер немного увлажняющий, и он не подчеркивает шелушение, не западает в морщины, но, к сожалению, он также ничего не перекрывает. Все венки, что у меня есть под глазами, вся небольшая синева остается под глазами, и после того, как я его нанесла, хочется нанести еще консилера. На мой взгляд, это неприемлемо для моей кожи. Если у вас нету
мешков под глазами, если у вас нету потемнения, если нету венок, то данный консилер вам может понравиться. Если у вас возрастная кожа, то данный консилер опять-таки вам тоже может понравиться. Если вы любите макияж без макияжа, то данный консилер вам понравится. Но если вы хотите действительно скрывать недостатки под вашими глазами, то в таком случае данный консилер вам не подойдет. Кроме того, поговаривают то, что он очень экономично расходуется, но я такого сказать не могу совсем, потому что мне нужно нанести его очень много, чтобы действительно увидеть хоть какое-то перекрытие, и, как мне кажется, он у меня уже израсходовался очень даже прилично. Вот посмотрите, вот здесь даже видна дырка этого консилера, осталось вот столько, хотя я его тестирую на минуточку 3 недели. Как он за 3 недели закончился вот до сюда, мне непонятно. Единственный вывод, который можно сделать, то, что ни хрена это не экономичное использование румяна. Румяна — это просто услада для моего сердца, услада для моих глаз. Я безумно-безумно в них влюбилась. Это жидкие румяна, называется One Touch Liquid Blush. У меня это оттенок 03 Cute. После того, как я попробовала эти румяна, я решила, что я хочу себе все оттенки, потому что они просто божественны. У них очень-очень красивый, нежный, коралловый, персиковый оттенок. Очень удобный аппликатор, которым можно наносить данные румяна. И они просто божественны. Они легко тушуются, они красиво смотрятся, они долго держатся, они не исчезают с лица, что очень важно. Можно их распределять при помощи кисти, как это делаю я. Также можно использовать спонж. Если вы используете кисть, в таком случае вам нужно очень мало наносить данных румян, иначе вы превратитесь в Марфушу. Но если вы используете спонж, тогда можно хреначить их по полной, и, потому что спонж все равно все в себя впитает и оставит очень мало средств у вас на лице. Мне больше нравится распределять при помощи кисти, потому что не съедается такой большой, потому что не съедается так много данного средства просто в никуда. Но при этом должна заметить то, что при нанесении спонжем все-таки данные румяна могут подразъедать тон и могут снимать покрытие. С кистью такого не происходит, поэтому опять-таки советую все же использовать кисть и советую немного наносить их на лицо, а иначе будет Марфушенька. Хайлайтер. Хайлайтер у меня в оттенке Sun Kissed. Это тоже жидкий хайлайтер. Говорят то, что невероятно красивое сияние, очень влажное, нежное, деликатное, повседневное, хорошо держится. Большой здесь объем, здесь целых 25 мл. Очень надолго хватит вам этого средства, но, к сожалению, я не пришла в такой же восторг. Да, очень деликатное средство. Да, оно отлично тушуется, потом оно фиксируется и никуда не девается с лица, но, к сожалению, я этот хайлайтер на себе не вижу. Я его вижу, когда я только-только накрасилась и посмотрела вон туда наверх на свет. В этот момент я данный хайлайтер вижу, я ему рада, я вся в восторге, что у меня такая красивая кожа, но потом, когда я выхожу в другую комнату или выхожу на улицу, в середине дня подхожу к зеркалу, ни черта хайлайтера, к сожалению, не видно. Его просто нет. Пудра. Вот пудра как раз-таки это хороший продукт, который я очень даже хочу похвалить. У меня это оттенок 20 Light Gold. Здесь так же, как и у теней, плохая упаковка, она очень дешевая, пластиковая, но продукт, который содержится внутри, достоин уважения. Внутри у нас есть вот такой вот спонжик, которым можно наносить данную пудру. И сама пудра, во-первых, с оттенком, что прекрасно, а во-вторых, она действительно матирует кожу, она блюрит поры. И она продлевает стойкость макияжа. Самая большая заслуга ее – это то, что она так потрясающе блюрит поры и сглаживает текстуру кожи. Как вы все знаете, кожа у меня очень проблемная, соответственно, она текстурная. Соответственно, там много всяких неровностей. И каждый раз, когда я наношу ее под глаза, вот в эту зону, где очень большие поры /кратеры, эти кратеры исчезают. Поры действительно становятся незаметными, кожа становится ровной, красивой и без изъянов. Кроме того, она действительно матирует лицо, она придает коже именно ровность, гладкость и красоту. Просто кожа становится лучше,
красивее, как будто бы по всем ее недостаткам, по всем неровностям прошлись ластиком или фейстюном и скрыли все, что нужно скрыть. Карандаш для бровей у меня в оттенке 03, с одной стороны здесь грифель, с другой стороны щеточка. Грифель вот такой вот толстенький, необычной формы. Он с одной стороны может сделать тонкие линии, но с другой стороны он также позволит вам прокрасить всю бровь просто целиком, если вы не хотите заморачиваться с волосковой техникой. Грифель очень мягкий, очень нежный, он очень легко наносится, кремово. Я бы сказала то, что некоторым людям покажется то, что данный карандаш слишком кремовый, но лично мне, в общем-то, нормально. Не могу сказать, что данный карандаш выделяется чем-то особенным, что прям нужно бежать его покупать. Нет, все же карандаши от Vivien Sabon, на мой взгляд, лучше. Но если вам по какой-то причине нужна именно такая формула, именно такой грифель с такой формулой и такой формой, то в целом неплохой представитель карандаша для бровей. Но просто не мой любимчик. И последняя категория, о которой мы с вами поговорим, это средства для губ. Начну, пожалуй, с самого любимого, самого хорошего, самого интересного. Это матовые помады. У меня вот такой вот набор нюдовых помад. Здесь три помады. Если вы на меня давно подписаны, то вы знаете то, что я не фанат матовых помад. Я их просто не люблю. Мне всегда с ними некомфортно, мне они всегда сушат губы. Я их всегда просто не люблю. Но конкретно вот эти матовые помады мне действительно понравились. У них, во-первых, очень мягкая, нежная, приятная кремовая формула. Они очень легкие, они быстро застывают, но при этом они наконец-то не сушат губы. Господи, боже мой, спасибо, спасибо Эллен за это чудесное произведение искусства. Это матовые помады, которые я могу носить и которые я хочу носить. Да, они чуть-чуть могут подчеркнуть сухость, если такая есть, но, как правило, они очень хорошо смотрятся. Также очень могу посоветовать наносить поверх данных матовых помад еще блески от Эллен, о которых мы поговорим чуть позже. У меня есть два блеска, и если наносить поверх одной из этих матовых помад еще и блеск, вот как я сделала это сейчас, то получается просто бомба, а не губы. Действительно очень красиво и очень стойко. Из всех трех оттенков мне понравился больше всего N-City, и, как ни странно, как раз таки в этом оттенке при покупке я не была заинтересована вообще. Мне очень хотелось найти оттенок Noblesse, потому что по отзывам он был просто прекрасен и красив. Также я очень хотела после обзора Lensky Beauty посмотреть на оттенок Prima, но, к сожалению, Prima для меня оказалась слишком рыжей, Noblesse слишком светлый, а вот N-City оказался самое то. Данный нюдовый комплект, нюдовый сет я покупала в Rive Gauche. Там этот нюдовый комплект все еще есть. Также я искала его на Wildberries, искала на официальном сайте, искала на Озоне, но, к сожалению, везде он был недоступен. Так что, если вы хотите, то посмотрите на Rive Gauche. Дальше, о чем мы с вами поговорим, это блески. У меня есть два блеска. Один это Karelian Quartz и второй это Siberian Gold. К сожалению, Siberian Gold у меня где-то здесь валяется, я его не могу найти. Неизвестно, где он, в общем. Я только-только полчаса назад его видела, но забежали кошки и все. Теперь я не могу найти ничего, поэтому сейчас я вам пущу просто по экрану видео с двумя этими блесками. Блески действительно очень хороши. Во-первых, у них все та же приятная, красивая упаковка. Во-вторых, они действительно немножечко увлажняющие, они не липкие, но при этом они просто безумно красивые. Данные блески очень сильно различаются. Оттенок Karelian Quartz это скорее прозрачный блеск с массой розовато-сиреневых блесточек. Просто потрясающий данный блеск смотрится на губах поверх розовой помады. Это просто безумно-безумно красиво и невероятно привлекательно. А вот оттенок Siberian Gold, он уже немного другой. У него блестки гораздо больше, скажу сразу. И они именно золотистые. С одной стороны, те, кто не любит большие блестки, те могут пройти мимо этого оттенка, потому что он вам тогда не понравится. Но с другой стороны, поверх более рыженькой помады данный блеск смотрится просто потрясающе. Приятная формула, очень долго они держатся, красиво блестят, губы не липкие,
липкие, волосы тоже к этому блеску не липнут, и я действительно сейчас эти блески обожаю всей душой, они очень классные. Также по совету Lensky Beauty я приобрела вот такой вот коллаген Lip Activator. Якобы данное средство это аналог Dior Lip Maximizer. К сожалению, не могу с этим согласиться и также не могу так сильно похвалить данный блеск, как Lensky Beauty. Не поймите меня неправильно, это неплохой блеск, он приятно пахнет, он... Ну, немножечко питает и увлажняет губы, делает их более комфортными, если у вас на губах ничего не нанесено. У него есть небольшой охлаждающий эффект, но, к сожалению, это не Lip Maximizer. Lip Maximizer действительно увеличивает губы, это средство губы не увеличивает. Есть небольшая липкость от этого блеска, и в целом он неплох, но, к сожалению, не могу вам посоветовать потратить на него столько денег, сколько он стоит. Для меня он не отличился ничем невероятно особенным. И последнее, о чем мы с вами поговорим, это вот такая помада в стиках, она называется Supreme Color Cream Lipstick, у меня это оттенок 42 Bloom. Очень красивый оттенок, такой нежный-нежный, коричневый, не розовый, наконец-то. Приятная помада, с одной стороны нежная, кремовая, легко наносится, но здесь есть очень большое но, которое нужно учитывать. Ее нельзя просто так брать и наносить на губы. Потому что, когда вы наносите ее в один слой, даже если очень тоненький, то она наносится невероятно жирно и невероятно плотно. Серьезно, у вас будет так много помады, что она будет кататься у вас по губам, как сливочное масло, и вы будете чувствовать себя некомфортно. Ее наносится слишком много, она слишком пигментирована, и смотрятся губы потом очень странно. Что можно посоветовать? Могу посоветовать два случая. Во-первых, это наносить ее невероятно тоненьким слоем и не наносить ее на обе губы. Нанести ее нужно одним слоем, очень тонким, и только на одну губу, а потом просто вот так вот сделать, причмокнуть и все. Если вы нанесете ее тоненьким слоем, но на обе губы, вы переборщите. К сожалению, я уже пробовала, поэтому не повторяйте этот трюк, вам не понравится результат. Также можно ее наносить как в корейской технике, просто вбивая ее в губы при помощи пальца. Да, так тоже неплохо, но в таком случае она хоть и будет полупрозрачной, но также в таком случае она будет сушить губы. В общем, сомнительная, честно говоря, затея с этой помадой. Я, конечно, найду ей применение, но вам покупать все же не советую. Слишком много с ней заморочек. Ну что ж, это все, что я хотела вам показать. Должна сказать то, что данная косметика действительно оказалась хорошей. Здесь слишком большие цены для бюджета, на мой взгляд. Это не совсем бюджетно, но на скидках можно взять все. Это по очень даже приятной стоимости. Косметика оказалась действительно стоящей, не зря ее блогеры хвалят. Есть небольшие претензии, как вы сами уже поняли, но в целом действительно очень классный российский бренд. Я горжусь тем, что у нас производят эту косметику, потому что она достойного качества и она достойна вашего внимания. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!